Сержант Нефёдов, что у вас тут происходит? Руку отпусти, я руку сломал! Встать! Да, здесь воришка с паркинга своровал зеркала у машин. Я ничего не воровал. А я это сам. Я свой, ребят. Свой, говоришь? Да что-то ты на своего не похож. Не похож он. В розыске работал раньше. Раньше я тоже мог 1 литр засадить. Девки давали, не ломались. Стойте нормально. Друзья одного, я второго. Пусть дежурка разберется. Ребята, у него зеркало от Порше украл. Мне платить потом. Ничего не брал я. В кармане зеркало. Скинет же, а. Это не мое. Это мне подкинули. Это все он. Это все он. Он. А что ж теперь с Меренков? Мы за что ему денег платим? Что значит ничего не может сделать? Это он пусть своей дочери расскажет, да, которой мы в свое время на юрфак обеспечили. Что значит свой человек ушел в таможне в отпуск? Мы что, ему должны отпускные, что ли? Ладно, все, хватит. Я в офис. Вы что, видели? Да, Михалыч, да. Да, ну, все, вышел. Да, ну, с Порша зеркало снял. Ну, вычти у меня из зарплаты, у меня и так нифига не осталось. Давай, ладно. Расстреляли его по законам военного капитализма. Давай, ладно, все. Холодно разговаривай. Стас Ковальский? Обознался. Борюсик, ты похож на свиную тушу в мясном магазине. Вадик, что? Да что все значит, Вадик? Да только то, что надо правильно реагировать на деловые предложения. Я же предложил за твою долю хорошие деньги. Чего ты задно виляешь, как шлюха на показе? Я не могу, не могу. Ты же знаешь, это не только мой бизнес. Ты о своем родственничке Коле Карпаччо забудь. Ему сидеть еще 6 лет. Он, конечно, фигура легендарная, но кто о нем вспомнит, когда он выйдет? В нашем мире даже для святых мест не хватает. Не могу, не просите. Нет, 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 нет! Не о том думаешь, Борюсик. Он там, а я здесь. У тебя же внучка подрастает, прелестная девочка. Да и дочка еще в самом соку. Вы не посмеете. Посмею. Бизнес – штука жестокая, Борюсик. В понедельнику подготовь все документы, я пришлю юриста посмотреть. К концу месяца надо будет все оформить. Цену за твое поведение я уменьшаю вдвое. Понял? А этот узор, чтобы ты вдруг не передумал. И запомни. Вокруг столько маньяков. Детей опасно выпускать на улицу даже с мамами. Согласен. Отвезите Бориса Борисовича туда, откуда взяли, и верните ему все, что забрали. Мы же не хулиганы какие-нибудь. Thank you.
Опять. Каждый день, как с 6 утра начнут, тогда вечер не остановится. Тебе хорошо, ты почти все время на работе, а я так иногда до 3 заснуть не могу. Сосед сверху 2 квартиры купил, перепланировку делает. Я пойду спать. Ага. Аккуратней, Серик. Ну что? Он наш. Хотя мне пришлось ему немножко морду подпортить. Зря любишь ты все время перебарщивать. Времена не те. Я бы его утюжком погладил бы. Правда, он... Карпаччо все равно цинканет. И что? Карпаччо сидит уже 6 лет. У него людей не осталось. Максимум, что может пальцы растопыривать. Как зовут? Соловьев. Угу. А погоняло-то у него есть? Не знаешь? Чертей развелось, а? Да это я не тебе, Боря. Да попробуй я решить вопрос. Хорошо. Не боись. Давай, говорю, перезвоню. Случилось чего? Да, на воле проблемы. Баба? Бизнес. Кот из дома. Мыши в пляс. Слушай, призрак. Бабы, они, конечно, святые, но про корешей ты не забывай. Еще на воле оторвешься. Чай за твой звонок пьем. Виноват. Исправлюсь. Я, кстати, у Цирика эту до утра продлил. Опа! Не, иди сам, я что-то сегодня не в настроении. Ну, как доктор говорит, жали ягодицы, разжали. Наука. Давай, давай, наука. Опачки. А что на воле ты думаешь делать? А что, есть какие-то предложения? Ну, есть одна тема по бизнесу. Рассказывай. Здорово, Стас. Здорово, здорово. Я думал, ты в другом районе живешь. На, распишись. За пропуском не... Тесть в больничку загремел, попросил машину куда-нибудь поставить. Стас, меня на подполковника подали. Говорят, что к 23 февраля получу. Поздравляю. К нам Желнина перевели. Говорят, что под Шурыгина. А Шурыгина, говорят, в район. Козлы. Последнего нормального начальника сливают.
Стас, может быть, хватит сопли распускать, а? Ты же мужик, в конце концов. 3 года прошло, 3 года! Ну, в общем, если ты решил себя гробить, ты... Сань, я же рядом был, Сань. Ничего не почувствовал. Ты знаешь, самое страшное, что... Может, и почувствовал. Не поверил. Если бы, может, и поверил бы, по-другому все пошло, может. Может, и Игорь был бы жив. Стас, ты просто знаешь, что ты нужен нам. Этот Вадик Соловьев, он уже съел фирму Ефима Сигачева и кафе Коля Лапшуника. Говорят, он с очень серьезными людьми работает. Говорят, что вообще для них ничего святого нет. Да понял я. Как найти этого Вадика? Алло, алло, Игле, привет. Что я не могу дозвониться до Вероники? В чем дело? Что случилось? У нее телефон выключился? Или не работает? Что случилось? Алло, алло, плохо слышу тебя, алло. Участковому звонила и в администрацию. И сверлят, и сверлят. У мужа гипертонический криз. Его выспаться надо. Слушай, а у нас в городе шуметь запрещено по выходным дням. Люди отдыхают. Так и отдыхай! Тебя предупредил. Будете шуметь. Или кто-нибудь пожалуется. Ты не знаешь, с кем связался. Мой шеф живьем тебя съест. Слушай, я жилистый. Я тебя предупредил. И мусор свой с площадки уберите. Ты понял? Я не понял. Какого черта здесь происходит? Это что за перекур? Я за что вам бабки плачу? Ну что, урод? Я тебя сейчас урою. Это тебе не с работягами бодаться. У меня первый разряд по боксу. У меня разряд по шашкам. Я с тобой бодаться не буду. Иди с Богом. Что? Стрелять будешь? Проверим. Да ты, похоже, пьяный. Когда проспишься, я удавлю тебя вместе. Слушай, с твоей волыной. Знаешь что, все самые поганые? Бьешь из-под тишка. Ты не знаешь, с кем ты связался? С быдлом связался. Я тебя еще раком поставлю. Крючок не обломай.
Олег 3 года тебя вспоминал. Марк! Толя, Толя, прекрати эту лабуду из 90-х. Я... Так, все, забыли. Я не собираюсь ставить бизнес под угрозу из-за какого-то там твоего Рэмбо-соседа. Хочешь его наказать? Хорошо, сейчас тебе позвонит Семен Михайлович. Адвокат. Поможет составить заяву. Ну и все, хулиганка Галина. Пистолет? Какой пистолет? Ну, так это еще одна статья. Так, ты лучше с Борюсиком скорее закончи, сколько уже телитесь. Не можете документы подписать. Так, все, дай отдохнуть. 5 минут, зайка. И я только твой. Семен Михайлович? Добрый вечер, Семен Михайлович. Нас таки обижают. Опять опаздываешь? Тебя из-за этого из ментовки вытурнули, а? Я сам ушел. Да ладно, все так говорят. Все, я помчался. Давай. Да ты не начальник уже. Обычная вохра. Да, приехали. Значит, пиши адрес. Средний проспект 40. Бильярдная. Жду через час. Это же просто безобразие. Сегодня он драку затеял, а завтра что? Убийство на бытовой почве? Я 20 лет отработал в прокуратуре и прекрасно помню, чем заканчиваются эти конфликты, если их не загасить зародыша. Вы точно видели пистолет? Ну, конечно. Я чего, на? Слепой, по-твоему? Вадим Александрович. Да точно видел. На Макаров похож. Люда, пришлите дежурного дознавателя. Большое спасибо. Вот автостоянка. Вот тут дома. Вот здесь его и прихватите. Слышь, мужик резкий, но бухает. К тому же не ожидает ничего. Кузьма сказал, какого-то коммерса нужно сделать. А тут охранник со стоянки. А тебе не один черт? Ну как это? Будет и коммерс. Ствол заберете у этого вохры. Из него и решите. У него пистолет будет. А что, сдрефил? Да нет, ну... Будут искать ствол, стрёмно. Искать будут. Вместе с охранником прикопаем, на него все и повесим. Всю жизнь в бегах числиться будет. Грамотно. Там, где я был, грамоте быстро учат. Вы что? Да не ломайся! Отпустите! Мне надо работать. Да вы что, отпустите? Что там происходит? Да не трогайте меня. Так, все, выходим. Мы просто общаемся. Общаться в другом месте будешь. Выходим. Да ладно, братан. Все ровно. Замяли. Выходим, я тебе сказал. А то что? Security, фигурити. Что творит? Сейчас наряд приедет. Лёшка вызвал. Дебил, нафига он ментов вызвал? Слышь, пацаны, полиция нам не вход. Быстро.
Привет, родная моя, привет. Как ты? Я искал тебя. Хорошо, пап, я соскучилась. Да. Я тоже скучаю по тебе. Слушай, сейчас же ночь. Почему ж ты не спишь-то? Мама ушла с дядей Эдгаром в кино. Бабушка спит, а я не могу уснуть. Ну да. Конечно, доченька. Хочешь, я тебе спою песню? Любимую? Да. Вью над водой, ой, вью над водой, ой, вью над водой, расстилается жених у ворот, ой, жених у ворот, ой, жених у ворот, дожидается. Вывели ему, ой, вывели ему, ой, вывели ему буланого коня. Это не мое, ой, это не мое, ой, это не мое, это батюшки моего. Дай, Гле. Вероника проговорила сегодня ночью по телефону больше, чем я проговариваю за неделю. Это недопустимо. Что я должен был сделать? Повесить трубку? Нет. Я подумала, может быть, ты мог бы объяснить ребенку, что международные звонки — это очень дорого, и я не могу класть деньги на телефон каждый день. Слушай, ты, может, проводила бы времени побольше дома, она скучает. Или попроси дядю Эдгара, чтобы положил ей на телефон, деньги. Ты раньше не был таким злым. Слушай, я не могу разговаривать, я работаю, давай. Позвоню попозже, пока. Салют, как сутки? Сутки. Сутки как сутки. Куда ж ты пошел, родной? Тебе ж совсем в другую сторону. Значит, я вас сейчас на остановке выкину. Он пошел в павильон пиво купить. Потом обратно через пустырь домой пойдет. Ясно? А ты откуда знаешь? Живу долго.
вопросы, ребят. Да ты чё, мужик, мы так сигарету хотели стрельнуть. А кастет для красоты у тебя? Стоять, стоять! 02 позвонить, а? Бесплатный такси приедет. На вашем счету подвигов больше, чем у партизан-героев. А ну пошли отсюда! Ну давай! Алло, Михалыч. Чего ты не подходишь-то? Слушай, Стас, ты уже 3 года как не в ментовке. Хватит ковбойствовать, понял? Я пару раз выстрелил, только так, для отсрастки. Припугнуть хотел. Стас, я это наслушался еще будучи начальником. Значит так, ты вали оттуда как можно быстрее. За патроны не беспокойся, я все возмещу после ближайших стрельб. Шефу ничего не гугу, понял? И, пожалуйста, не пей больше, а? Да нет, я трезвый, а чё? Да я трезвый. Да не пей больше. Да, есть, я понял. Чё? Чё? Слышно? Ты ж здорово бугай. Чё, парашники, очко на ноль сыграло? Решили бабосов по-быстрому срубить? Привыкли там в своем запердюське у очкариков мобилы тырить, а? Крутыми бродягами себя возомнили? Чмошники дешевые. Алло, Карпаче? Это я. Да, я работаю тут. Я помню. Еще 3 дня не прошло. Да я за базар отвечаю. Слить бы вас. Да времени нету. А сейчас быстро рванули на пустырь и нашли мне ментовские гильзы. Зачем? Затем, чтобы в живых остаться. Призрак, да мы доделаем, мы докажем. Кому ты будешь доказывать? Ты своей бабе будешь доказывать. А мне и так все видно. Другого человека искать надо. Я. Это дознаватель Суровцев из Приморского. Вы не могли бы подойти ко мне на допрос в понедельник к 16 часам? На допрос? По какому поводу? Я в понедельник работаю. Допрос по факту нанесения вреда здоровью средней тяжести гражданину Соловьеву, а также угроза убийством. Соловьеву? Средней тяжести? Я не знал, что у боксера стеклянная челюсть. Присылайте повестку. Я не хочу, чтобы меня уволили с работы. А координаты вашего руководства не подскажете? Пишите. Пишу. 83-45-51. Угу. Спасибо. Я с ним свяжусь до понедельника. Давайте. Начальство распорядилось, я дело возбудил. Обвинение предъявлю. Что-то еще? Арест. Мы бы вам были очень благодарны. Очень. Ты знаешь, что это такое? Это заявление в полицию от граждан Кадыш и Сергунина.
тех, кого ты вчера здесь избивал. Я делал свою работу. Работу? Ты что, киллер, что ли? Ты должен охранять наших клиентов, а не убивать их. Ты знаешь, сколько мне стоило договориться с полицией? Короче, ты уволен. Ясно? А зарплату твою я использую в счет погашения расходов. Вот пошла! Мне нужны деньги. Гуляй отсюда! Оль, налей пиво. Два. Ты кто такой? Твой счастливый билет. Привет, а я думала, ты спишь. Спал, разбудили. Ты чё так рано? Да, мои остались корпоратив обсуждать, а у меня уже уши вянут. Ну, 20 лет компании, все с помпой. Репина коттеджи, отпустишь меня? А? А? Я говорю, отпустишь? Зацепилась, расстегни. Ладно, ладно, дай переоденусь. Ален. А? А чё ты со мной живёшь, а? В смысле? Ну, я охранник. Без особых перспектив, с ментовским прошлым, бухаю. А ты менеджер по продажам. На хорошем счету, еще с внешностью модели. Чего ты хочешь от меня? Любовью занимаешься, хорошо. Такой ответ устраивает? Главное, чтобы тебя устраивал. А меня устраивает. Да, кстати, мы сегодня анкеты на загранпаспорт сдавали. Я задумалась, что писать в графе «семейное положение». Хотела написать «сожительствую». А там такого варианта нет. Может, поженимся? Я никогда не была женой. Когда? Что когда? Распишемся. Когда захочешь. Давай сейчас. У меня подруга в ЗАГСе работает, я ей позвоню, она быстро все сделает. Отца хоронили в закрытом гробу. Говорят, в ментовке его били ломиками, замотанными в одеяло. Следов никаких, а внутри кисель. А через месяц нашли настоящего грабителя. Мать забухала. Я пытался работать. Но с начальством как-то не завязалось. Потом поступил в институт. В общем, пошли с однокурсниками отметить это дело. Тут в бар завалились какие-то идиоты. Ну, в общем, завязалась у нас драка. Но я отмахнулся. Но откуда я знал, что у одного проблемы с сосудами? И что он на один глаз ослепнет? Сидел бы лучше дома. Завели дело. Теперь ментам торчу денег. Чтобы не закрыли. А это потому, что ты один был. А в жизни как? Нужно выбрать дорогу и сторону. А стороны только две. Менты или пацаны. И так везде. И в армии, и в тюряге, и даже в Кремле есть свои менты и пацаны. А остальные? Остальные стадо.
Да. Нашли, девочки? Сейчас будем. Поехали, работа есть. Не обижу. Поехали, поехали. Ну чё? Нашли. Чё нашли-то? Чего, пацанов, что ли, сперли? Зуб даю, там на пустыре нашли. А это кто? А это мой новый сотрудник. Слышь, а мы... Уволены. Не надо! Ты видишь, как он корчится? Надо. А знаешь почему? Потому что он из стада. А прикинулся реальным пацаном. Нет. В расход таких. У меня есть для тебя работа. Не надо. Высокооплачиваемая. Здравствуйте. У нас тут стреляют. Соседи поссорились. На Зверинске 17, третий подъезд из 105 и 104 квартиры. Вот. А потом, когда я уже вниз спустился, они в рукопашную пошли. Назовите, пожалуйста, ваше имя. Это не имеет значения. Нет. И вы знаете, один там в милиции работает, а второй бывший бандит. Мне проблемы не нужны. Вот. Так, общей возьми. Угу. Снимай. Угу. Да, с места выстрела возьми. Хорошо, сделаем. О! Значит, следователь едет, медики тоже. В главке одолжил. Угу. Ну, обещали прислать опера со своего убойного. Что по звонку? Жена подтверждает конфликт с соседом с третьего этажа. Говорит, что убитый даже заявлял. Заявлял? Угу. Погоди-ка. Вся бухгалтерия напилась еще в автобусе. Главбухшу выгружали всемиром. Ну так у бухгалтеров жизнь удалась. Чего мне веселиться-то? Ну это да. Мы сейчас в ресторан едем обедать, вечером танцы. Ты не скучай, давно проснулся. Давно. Этого еще не хватало. Что, знакомый? Да, он у меня с адвокатом был. Ух ты! Я сам лично отдал приказ заяву принять. Так это плохо? Хуже не бывает. Он же из бывших оперативников. Угу. Сразу не разберемся, обвинят, что своих покрываем. О, сейчас, извините. Алло, да, слушаю. Старушка с четвертого увидела, как сосед снизу дрался. Угу. Со строителями, которые работали у него в хате. Свободен. Понял. Михалыч просил в день выйти.
Так что я сегодня отстаю, а завтра буду свободен. Ух ты, чё-то ментов во двор понаехало. Может, нашего соседа боковатого пришили, а? Так, все. Ну что, есть заява в дознании. Ковальский Станислав Михайлович, чоповец, бывший оперглавка. Живет в 105-й квартире. Избил потерпевшего, убийством угрожал. Точно. Да, иду, иду. Иду, иду! Нетерпеливые какие. Полиция, руки за голову! Есть. Двух не хватает. Маркировка гиль стажа. Поздравляю, Леня, с раскрытием по горячим следам. Поторопись со сводкой, чтобы глав не обскакал. Спасибо, Олег Олегович. Стараемся. Ну что, коллега, сразу колоться будем? Или хочешь по традиции сначала закурить?